дант угол, и внутри него точка. Провести отрезок через эту точку, чтобы один конец лежал на одной стороне, другой на другой, и периметр этого треугольника был бы наименьшим возможным. Повторяю, дана вершина угла О, даны какие-то лучи О, А и О, Б. Некоторая точка, конкретная точка Б. Требуется провести отрезок XY через точку С, чтобы как можно меньше была сумма таких трех отрезков. А что такое точки А и Б? Произвольно как угол, чтобы задать, надо задать три точки А, О, Б. Заметьте, задача-то вот неожиданная. Идея здесь такая. Если вы точку Y возьмете еще ниже, то точка X убежит далеко-далеко-далеко, периметр очень будет очень большой, да? Если вы точку X возьмете здесь вот, то тогда точка Y убежит далеко-далеко. X должен быть поближе, и Y был бы поближе. А как? В какой степени? Одной. А почему именно вот этой стороне, а не другой? Не понимаю, да? Я думаю, просто нужно сделать равнобедренный треугольник. Равнобедренный? Ну, да. А вы уверены? Положить так, чтобы он был под одинаковыми углами и к этой стороне, и к этой стороне. Понятно. То есть тоже говорят, что надо расположить точки X и Y на одинаковом расстоянии от точки O, да? Ну, может быть, даже так. Вот это вы хотите? Да. А вот я не уверен, что это правильная мысль. Более того, я могу сейчас легко объяснить, почему это может быть не так. Представьте себе, что угол у нас довольно такой тупой. И представьте себе, что точка С лежит вот здесь. Тогда по вашей науке надо брать вот такой треугольник, правильно? Пример. По вашей науке надо брать примерно такой треугольник. А на самом деле можно взять вот так. И здесь не сильно удлиниться, а это довольно сильно укоротилось. Нет, равнобедренный треугольник – это не всегда лучший вариант. Вот я вам нарисовал картинку, когда легко видеть, что они не будут уменьшены. Повторяю условия. Дан внутри точка. Провести через данную вот эту точку прямую, которая отсечет от угла треугольник наименьшего периметра. Может, по-другому 90 градусов относительно луча ОВ? А почему? Во-первых, для тупого угла вообще треугольник тогда не получится. Нет, вот прямым, если вы проведете, если перпендикуляр проведете, то у вас запросто может быть, вот провели перпендикуляр, и вообще даже треугольник не будет. Если угол тупой, то будет все плохо. Кстати, по окружению, да. Чтобы точка была ниже. Да. И через эту точку проводим... Касательно. Да. Отлично. И почему этот треугольник будет наименьшего периметра? И вот здесь у нас получается по отношению к окружности. Ну и что? А почему периметр будет самый маленький? И, кстати, опять будет очень грустно в случае двухугольного треугольника. Смотрите, вы вписываете окружность, да, вот такую, проводите касательную, и она и не думает пересекаться с этим лучом. Александр Васильевич, надо рассматривать не вписанную окружность. Слышите, когда есть любой треугольник, есть не вписанная окружность. Идея разводных мостов работает. Смотрите, вот этот вот отрезок YB равен отрезку, давайте здесь я напишу точку Z, равен отрезку YZ. А отрезок ZX равен отрезку, ну давайте я сюда поставлю точку А, равен отрезку XA. Значит, OY, что такое YX? Это YZ, ZX и XO. А что это такое? OY плюс YZ. YZ это YB, так и пишу.
OY плюс YB. Что такое ZX? Это на самом деле AX. Получается замечательная вещь. Получается OB плюс AO. Кстати, OB и AO это одно и то же. Это удвоенный отрезок AO. Господа, периметр вот нашего треугольника, вот он, периметр вот этого треугольника, это в точности удвоенный вот этот отрезок. Значит, чтобы был минимальный периметр, надо, чтобы этот отрезок был бы как можно меньше. А что это значит? Значит, окружность должна как можно сильнее быть ближе. Что ей не дает совсем уйти сюда? То, что точка С должна не лежать внутри окружности. Значит, для того, чтобы решить задачу, на самом деле вы должны провести окружность через точку С. И к этой самой окружности провести касательно. Это и будет искомый треугольник. Вообще-то это вполне себе еще задание. Циркулем и линейкой через данную точку провести окружность, которая касается сторон данного угла. Надо сначала нарисовать какую-нибудь окружность, вписанную в угол. Рассказываю, как это делать. Вот представьте себе, у вас есть сначала угол. Пока там точка С, конечно, есть где-то, но пока я ее даже не рисую. Что мы делаем? Мы с ножкой, значит, с центром в вершине угла, значит, ставим ножку циркуля, проводим. После этого ставим ножку циркуля сюда, проводим вот такую окружность. Ставим ножку циркуля сюда, проводим такую окружность. Вот они у нас пересеклись, естественно, на биссектрисе. Получили что? Биссектрису. Берем дальше любую точку на биссектрисе, какую угодно, совсем не важно какую, и из этой точки опускаем перпендикулярно. Вот здесь не буду объяснять, как перпендикулярно опускать. Вот, все. Получилось у нас что? Получилось у нас вписанная окружность. Вот и вот это. Но она не проходит через точку С. Не страшно. Мы понимаем, что вообще-то направление на этот центр – это та самая биссектриса, которую мы уже построили. Значит, мы знаем про искомый центр, что он лежит на биссектрисе. И нам сейчас нужно понять, где эта точка, вот, где она на биссектрисе. А для этого рисуем вот этот луч. Он где-то пересечет окружность. На самом деле, он даже в двух точках. И если вы подумаете, то вы поймете, что эти отрезки что? Подобные. Параллельно? Да. Вот этот треугольник подобен этому, совершенно верно. Значит, вы, нарисовав эту точку и нарисовав этот луч, знаете вот эти углы, и значит, вы можете этот угол отметить здесь. Ну, правда, точку это не знаете, поэтому угол так не отметишь. А вот этот вот угол, который тупой, вы вполне можете. Просто то есть, провести параллельно. С провести, да, параллельно через точку С, параллельно этой прямой. Кстати, если вы через точку С проведете параллельно этой прямой, то вы получите другую окружность, которая вот так вот, которая тоже вписана и тоже проходит через точку С. Вот. Вам, конечно, нужна вот эта.